Здравствуйте, продолжаем изучение Мишны. Трактат Сука, 4 глава, 9 Мишна. Говорит святая Мишна, не сух, а кайцад. Возлияние воды. Каким образом совершалось? То есть мы в начале этой главы говорили о том, что была заповедь в храме в праздник Суккот возливать на жертвенник воду. Хотя обычно во время жертвоприношений на жертвенник возливали вино, то в праздник Суккот кроме вина возливают еще и воду. Это была большая, очень радостная такая церемония. Так Мишна здесь описывает, как это происходило в храме. Вообще-то удивительно, что у нас уже более двух тысяч лет нет храма, но мы в подробностях и в деталях знаем, как происходило служение в нем. Значит, это для нас на самом деле важно махазекет лугим, а яма Золотой сосуд, вмещающий три лога, это примерно между литром и двумя литрами воды, наполняли из А Шилох – это источник, который в Танахе называется Гехон, находящийся до сих пор в Иерусалиме, недалеко от храма. И этот источник, в нем очень чистая вода. И гиу так у, вэрю, вэ так у. Достигли водяных ворот. Это одни из южных ворот храма, которые, вход, через которые как раз находился напротив жертвенника для того, чтобы воду занесли самым прямым путем. Они называются, понятно, почему они называются водяные ворота, поскольку через них носили воду для возлияния на жертвенник. Так вот, достигли водяных ворот, протрубили протяжно, прерывисто и снова протяжно. Ну, то есть трубят, мы говорили про это тоже в храме и в Шофар, и в Рок, и в, Рог, и в хацуцрот, в духовые металлические музыкальные инструменты, так в данном случае идет речь про трубление в хацуцрот, в трубы. Это в знак радости. Алла бакевеш смоло шнейс фалим шелькеса фаюшам. Значит, э, дальше, после того, как зашли в храм, поднялся по пандусу да, к жертвеннику, большому жертвеннику, нельзя, чтобы вели ступени, это написано в Торе, ведет э, по пандус, по которому коины поднимаются на жертвенник, и повернул налево, в левую часть жертвенника. Раби Удаумер, значит, э, э, прошу прощения, забыл еще перевести последнее э, из этого предложения, две серебряные чаши стояли там. Раби Удаумер... Шельси даю, Шаю Мушхарин Пнеми пне Раби Иуда говорит, из известняка были они, только потемнело их поверхность из-за вина. То есть это чаши, в которых, из которых возливали воду, но иногда из них возливали тоже вино. И известняк, то есть он белого цвета, но если он соприкасается продолжительное время с вином, то он чернеет, он становится внешне похож на серебро. И нечто вроде тонких носиков было у них, через которые выливались вино и вода, один пошире, а другой потоньше, чтобы и вино, и вода выливались одновременно. Да, то есть два коина должны были совершать это служение. У одного в руках была чаша с водой, а у другого чаша с вином. Значит, и в, в жертвеннике было два отверстия, куда налив, в одно из которых наливалось вино, в другое вода. Эти отверстия они спускались вниз под землю, куда-то в глубины, да, то есть там это куда-то уходило. Эти жидкости они уходили под землю. Так. О, дело в том, что до оба коина должны были одновременно начать и закончить возливать и воду, это один тот, который разлил воду, и вино. Проблема в том, что вода, она более текучая, чем вино, вино, она более густое, поэтому носик, который был сделан для воды, он был уже, чем носик емкости э, для вина. Таким образом, было рассчитано, что одновременно выльется одинаковое количество вина и воды. Продолжаем мешну. ערה של מים לתוך של יין, ושל יין לתוך של מים יצא, רבי יהודה אומר, בלוג היה מנסך כל שמונה. ולמנסך היו אומרים, אגבה ידך, שפעם אחת נסך אחד על גבי רגליו, הורגמו קוראים בעת רוגיהן. Западная чаша предназначалась для воды, восточная для вина. Выплеснула из сосуда для воды в чашу для вина или из сосуда для вина в чашу для воды. Заповедь исполнена. То есть смешивать нельзя, но если перепутали местами, ничего страшного. Рабиуда говорит, один лог возливали все восемь дней. А совершающему возлияние говорят, держи выше руку. Потому что однажды некто вылил воду для возлияния себе на ноги и закидал его весь народ своими трогами. Да, это такое интересное событие. Дело в том, что в Торе не, эта заповедь возлияния воды на жертвенник в праздник Суккот, она не указана прямым текстом. Это устная традиция. И была такая большая секта, очень распространенная в период второго храма, Садукеи известная, да, с которые не признавали устную традицию, они признавали только письменную Тору. Так был однажды Коин, который был садукеем, и он считал, что не нужно выливать воду на жертвенник, но есть порядок служения. Так что он сделал? Он демонстративно поднялся на жертвенник с сосудом воды, которую начерпали. И там стоит весь народ, полный храм людей, и он выливает эту воду, вместо того, чтобы вылить это специально предназначенное отверстие для жертвенника, выливает ее себе на ноги. Так народ, который, видимо, был возмущен, и, видимо, народ разделял мнение мудрецов, а не Садукеев, Поскольку это праздник-суккот. В руках у людей были и троги цитроны. Да, то есть один из четырех видов растений, которые мы исполняем забыть праздник суккот, народ закидал его и трогаем, видимо, насмерть, да, потому что там было полмиллиона человек. И так и поэтому после этого события сказали, начали говорить коину, держу выше руку, чтобы все видели, что он выливает в положенное место, а не себе на ноги, чтобы больше таких событий, трагических, в храме, не происходило.